Здравствуйте, меня зовут Капитонова Маша, я ученица 11 класса Крымского лицея Ханкаланский вуз Республика Саха-Якутия. Я представляю вашему вниманию свою работу многокомпонентной электронной системы с элементами технического зрения. Работу выполнила под руководством Папилова Алексея Григорьевича. В настоящее время интенсивно развиваются медицинские роботизированные системы. Особенно это заметно в области протезирования и имплантации. Такие решения позволяют человеку с ограниченными возможностями жить полноценной жизнью. В своем проекте я использовала 14 высокоточных сервоприводов на МИПСИ из конструктора Биолой Премиум и собрала роботизированную руку, которая может помочь людям, обладающим дефектом речи, тем, что она может воспроизвести слова на языке жестов. Отличительной особенностью данного решения является система технического зрения, позволяющая руке не только демонстрировать жесты, а также реагировать на жесты человека, тем самым обучая его общению на языке жестов. В качестве системы технического зрения я использовала модуль распознавания изображения Халима 2.0, который способен распознавать до 8 световых оттенков. Теперь я покажу вам, как работает моя роботизированная рука на примере игры «Камень-ножницы-бумага». Я буду показывать ей жесты камня, ножниц или бумаги, и она будет пытаться у меня выиграть. Вот так работает моя рука. Таким образом, используя высокоточные сервоприводы Динамикси, можно создать механическую систему, способную выполнять сложные движения. Мне очень понравилось работать с конструктором Биолой Премиум, и я планирую дальше развивать свой проект. А сейчас робот попрощается с вами на языке жестов.